Чудо такое.
стрела Мура попала в цель. Недаром говорят о двойниках. Да, папочка, я тоже сначала подумала, как она похожа на Золушку. Но потом я ее разглядела. Маша-то глупа, это поумнее будет. Да, да. Маша-то все взяли. Что скажешь, не богиня? Маша взяли, да. Ну что же мы стоим? Пойдемте обедать, потом танцевать. Ну, а потом приступим к выбору невесты. Скорее! Не случилось бы беды. Что вы, папа? Принц лишь ко мне имеет интерес. Правда? Когда он говорил со мной, он так вздохнул и сказал: «Душа моя!» Когда он со мной говорит, он все время смеется. Это не знакомо. Опять этот болван. Она так удивительно похожа на ту, что очаровала меня сегодня утром. Ах, это не знакомо. Thank you.
ricercheremo, ritroveremo. Богатство. Просто при...
меня другой. Другой? Принц, ты останься. Мы слишком торопливы. Все ради этой незнакомки, а я знаю, кто она. О, так поведайте же мне, пока что это тайна. Oh!
Я весь как на иголках. Это тайна. Она шеломит вас. Говорите же, умоляю. Не знаю, с чего начать. Начните с губей. С чего вам будет угодно. Ну, хорошо, хорошо. Вот вы, любезнейший доктор, человек умный, опытный. Не откажите мне в добром совете. Если я женюсь на Кларине, то как мне нужно будет ее устроить? Ваша светлость, вы так любезны. Я полагаю, что ей бы хотелось, чтобы всегда наготове были 30 лакеев в раззолоченных костюмах, чтобы у парадного входа стояла огромная карета, запряженная 12 парами лошадей, и чтобы каждый день на обед
сожалению, я вам этого предложить не могу. У меня есть постелька, есть комнатка, ну, прималенькая, прикрошечная, обедов я не даю, компанию вожу больше с лакеями, чем с большими господами. Вы что хотите? Вовсе нет. Нет? Готов божиться. Так это... Было дурачество, проделки донора мира. Он сказал, что я буду принцем, но маскарад закончился, и я возвращаюсь к своей истинной должности. Знакомьтесь, камердинер Алидора. Поправляю постели, берею бороды, причесываю барина. Какой удар! Какая пощечина! А, теперь я вам не подхожу! Какой удар, какая пощечина! Не в бровь, а прям в глаз! Настоящий принц мне за это заплатит! Не волнуйтесь, никто никому ничего платить не будет. А вам я советую убираться во свояси, по-добру, по-здорову. Я не пойду? Пойдете. Я барон! А я полку возьму. Мы с вами еще встретимся и поговорим. Хорошо, встретимся и поговорим. Боже мой, ведь надо мной теперь весь город будет смеяться. Пальцем будут показывать. Жалко, жалко ваша светлость. Ведь у меня готовы бритвы, гребень, расческа. А, не угодно ли вам забиться, побриться? Ну, что вы сердитесь? Смотрите, что-то погода портится. Вероятно, будет гроза. Чтобы гром разразил этого проклятого камердинера. Могло такое случиться. Золушка была ко мне добра, а я просил у вас милости, и вы меня прогнали. И поэтому она станет моей женой. Это волшебство. Невеста. Я счастлива. Невеста моя. Принц, простите их. Отца, сестру. Они уже наказаны. Oh,
Thank you.